Сергей Каемыч, дорогой, с юбилеем! С юбилеем творческой деятельности вас пришел поздравить один из ваших персонажей. Брежнев. Неужели я не давно? Не надо меня за идиота держать, Леонид Ильич, это я. А, дорогой товарищ Сергей Каемыч, вот это другое дело. Вы в кинематографе столько же лет, сколько я в КПСС. Это много. Уж мне поверьте. Я тут спросил у знающих товарищей, сколько, говорю, Каемыч, ну это, ролей-то сыграл. Они что-то совсем несуразное мне говорят. 130, говорят, ролей. И все главные. Я даже не знаю, что на это сказать. Трудная у вас жизнь, трудная. Но мы с вами очень похожи. Не боимся трудностей и всегда впереди. Только вот интересно мне, если это так, что же получается, что вы все время в роли, а сами-то собой когда-нибудь бываете, ну там просто на рыбалку съездить или еще что? Что еще? Еще что? Нет, как хотите, а вы настоящий герой. Я вот так не смог. В общем, я вам, дорогой товарищ Сергей Каемыч, желаю новых побед на вашем боевом посту. А в честь юбилея примите от меня награды. У меня их дюже много. Поэтому мне для вас ничего не жалко. Вынесите награды Родины. Это копии настоящих государственных наград. Ну, это потрясающе. Это настолько неожиданно, друзья мои. Спасибо, питерцы. Спасибо, любимые. Здесь Сергей Снежкин сидит. Я его ужасно рад. Это тоже его заслуга. Сергей Игоревич, а это еще не все поздравления. Здесь просто девушки очаровательные хотят вас. Это ваши девушки, между прочим. Ваши все. Девушки. Все. Валентина Теличкина. Ирина Муравьева и Александра Яковлева. Ну, и я тоже. Да, и Дарья Мороз. Они решили подарить коллективное свидетельство о браке. Можно свидетельство о браке? Валентина Теличкина, жена Ирина Муравьева, невеста Дарья Мороз, возлюбленная Александра Яковлева, сотрудница. Так, ну что, государственные награды, свидетельства, нет, это не все, Сергей Каемыч. Каждый год на нашем фестивале по традиции вручается приз «Живая легенда российского кино». Вот сейчас наступил этот торжественный и волнующий момент.
приз «Живая легенда российского кино» Сергею Шакурову вручают председатель Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист России, кинорежиссер Сергей Снежкин и генеральный директор фестиваля «Виват кино Россия» Людмила Томская. Сплошные юбилеи. Кого-то в один день решили отметить день рождения, 8 марта, 9 мая, Курбан-Байрам и Новый год. Вы должны простить нас, потому что юбилеев много, а фестиваль бывает всего один раз в году, поэтому накипело, как говорят в народе. И за эти полтора часа мы увидели и возрадовались замечательным, выдающимся, поразительным, удивительным, горячо любимым актером, режиссером и прочим персонажем нашего российского отечественного кинематографа. А гений только один. Зовут его Сергей Каюмович Шакуров. Браво. Самое главное, неожиданно, но когда неожиданно, всегда очень здорово. Я не буду долго говорить. У Андрея Вознесенского есть такие слова. Как спасти страну от дьявола? Просто я останусь с нею, врачевать своей аурой, что единственное имею. Не ура патриотизму, не ударом побольнее, тайной ауры артиста, что единственно умею. На нашем фестивале приз зрительских симпатий определяется зрительским голосованием. А призеров нашего профессионального конкурса определяет авторитетное жюри.